Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Lexus NX 200. Ремонт переда. Итак, хозяин уже немного разобрал. Правое переднее крыло замена, капот алюминий, замена. Левое переднее крыло целое. Разбираю. Итак, перед машиной разобрал и первым делом померю лонжероны, диагонали. И после замера выясняется, что их надо потянуть немного вправо, что я и делаю. Тяну, измеряю. И так, пока не будет одинаковых размеров по диагонали. Измеряю все элементы переда по высоте, если где-то есть несоответствие, корректирую. С размерами уже все в порядке, и теперь я займусь выравниванием креплений крыла. Итак, с креплениями я закончил. И теперь скручиваю и устанавливаю все детали переда. Установил капот крылья, и оказалось, зазоры разные между капотом и крыльями. Этот очень замаленький. Ну что, исправляем эту неприятность. Теперь зазоры хорошие, устанавливаю фару и бампер.
Итак, работы с металлом закончил. Разбираю и отдаю машину на покраску. Через 4 дня машина приехала с покраски, и я приступил к ее сборке. Итак, ремонт Лексуса закончен. На все работы ушло 9 рабочих дней. 5 дней работа с металлом и 4 дня покраска. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!